давай, пошли. Мешает? Она у вас ведет. Буду я снимать твою. Уже спускаемся. Нам надо зайти в Эльдорадо, забрать жесткий диск. Нам наконец-таки начислили бонусы. Аккуратно, у тебя передние не пройдут, Андрей. Вот так вот и катайся. Яра, ты как мешочек с какашками сидишь. Скукошился весь, укомкался. В Эльдорадо ты можешь идти, да? А здесь ехать ты уставший. У нас просто бонусы, но нам надо использовать, да. Андрю решил взять. Сейчас снимаю, тебе да. Куда-то туда. Тебя. Там. Вот лично тебя сейчас снимаю, лично тебя. Глицинчика дать? Все, давай, ладно. Ага. Все, мне придется. Я снимаю сейчас. Гер. Сейчас я его покажу. Я страхую. Я. А что, найти на нем лезет? Как ничего страшного. Надя же. Что там в последнее время? А это что такое, пойка или что это, непонятно. Здесь вроде как и фен. Какой-то выпрямитель, закручиватель. Волосы туда закладываешь. Новый уже. Так, взяли то, что мы хотели. Все, обратно или пойдем пройдемся? Ну тоже, видишь, а тут просто там не стоят, чтобы спать, наверное. Угу. Вот выйди, или керамика. Угу. Пойдем, идем. Сейчас мама посмотрит. Не надо включать, у тебя все это есть. Смотри за рукой. Видишь, он и так ставится. Угу. Я растаю полностью. И у него не с телефона, а с этого, да? Угу. И вот на плавке, да, это управление? Сейчас. Управление вот здесь, да? Да, да. Выпрямись. А на айфон оно подходит, да, любой? На все телефоны, да. А вот это чем отличается? Попроще.
намного сильно упрощенная версия. Это не стабилизатор, это просто как селфи-палка. Селфи-палка, да, которую можно ставить. Давай быстрее. Слюни только хватает. Все хорошо, но слюни пугает все. Все, давай. Все, давай садись. Он будет гулять. Я, да. Вы просто придерживаетесь за плечи. Он пытается подняться. Не, головешку пусть поднимает, если хочет, но главное, чтобы плечики. Лучше он в нейтрале будет, чем он будет сидеть на кисти. Смотри, у него как костный, вот это неплохой. Да? Ну слушай, ну они толстые, другие худые. Ну чего вы пристали к ребенку-то? Ну, честно. А вот он тоже был худой. А что, откормили что ли? Это после 30 у него понеслось. Он 70 килограмм не был. У меня был мужа где-то после 37 начал. Нет, он 33 где-то, да? 30? Ну, я вот уволился с армии, когда это было, 2008-2009. Руками это легко, а ты головой. И руки держи, а то я сейчас начал снимать, а там уже месиво пошло. Нет, Ярослав, руки поставил. Вот здесь он сюда, когда он начинает все на руках, он начинает что-то делать с головой, у него сразу руки сгибаются, да? Это разъединять надо. Это тоже вроде бы ерунда, а разъединять надо. Овал, рисуем маленький овал. Это будет его голова. Голова. Сейчас покажу, а то в ракурс. Голова. Вот. Ага, сделали. Голова. Что-то драка вот эти. Так, теперь соединяем голову и туловище. Соединяем шейкой. И шейка у петушка, Ярослав, у петушка шейка. Оп. Овал. Так. Хорошо. И нам надо показать, что крыло, оно вытянутое, да? Вот здесь вот кончик вот вытягиваем. Оп. Вытягиваем кончик. Оп. Вытягиваем. Сейчас вот здесь. Вытягиваем кончик. Хорошо.
Так. Дальше нарисуем ножки. Ярослав, ножки. Раз и два. Два полукруга. Ножки. Оп. Ножки. Раз и два. Такие будут шортики. У петушка шортики. Потом две палочки. Раз и два. Вот так. Две линии. Ярослав. Раз линия. И два линии. Молодец. Молодец. Пальчики, да? Пальчики. Три пальчика у петушка. Вот. Марин, что-то вообще не слышно почему-то. Еще одна линия. Оп. Две линии. Слышно меня? Слышно, но что-то у нас как-то и картинка как будто зависла. Алло. Да, вот что-то все подзавис. А вот. Как будто интернет зависает, только я не знаю, это у вас или у нас. Со связью. У вас, да? Или у нас это? Зависает, зависает. Да. Сейчас нормально, я вас слышу. Вы тоже. Угу. Все, вот сейчас видим, Питер, это крыло. Ага, вот, давай. Не знаю, нормально до этого было. Ага, ну да, вот что-то. Это где мы оказались-то? Мы не снимали наше прибытие, да, сюда? Наш вход это. Мы просто здесь оказались. Да. Ты вот это выиграл? У нас вечерний променад, да? Погулять. Ну что тут? Ну сними. Сними, да. Ну шокирует майка одна. И вот тогда? Я хочу его снять. Да, сними. Он же здесь не дует, я хочу разделать. Здесь не сильно дует. Это кто, мышка погрызла будет, да? Да нет, быстрее всего где-то положили, может, ободрали. Угу. Не похоже на это. Дорогие, пока мы идем дальше смотрим. Вот посмотри, Вася, что есть. Я очень дорогие. Ну, потом. Ну, ты выбрал, мы идем дальше смотреть, пока идем, пока дальше смотрим. Посмотришь? Здесь они вроде неплохо смотрятся. Я не знаю, они будут ли навязаны на такое навязчивое состояние, если будет вся комната такая, да? Не знаю, посмотрим. А это наш эспрессо, смотри, какой цвет хороший. Да, темнее, да? Да. А это светлый совсем эспрессо. Что? Какой? Вот этот? Ну хорошо, мы тогда запомним, а потом закажем это, доставки. Все. Да. Мы просто присмотрим, а потом это, чтобы... Дешевле выйдет, да? Вообще дешевле, смотри. Какой? Ну, не знаю, я смогу ли их наклеить. Ну, лучше давай не это, чтобы... На это тоже надо иметь профессионализм. Нет, я так клею, помню, ну, это понятно. Да. Ну, там не на профессионализм, там уже простые нужны стены хорошие. Да. Не профессионализм, я клею в нашей квартире бумажные обои.
Да, ну все будет хорошее, они все неплохие. Это дорогие. Просто, это дорогие? Это 1000 рублей, ну, а, ну которые ты взял, я вот против имею в виду. Да. Это, мне кажется, бумажные. Угу. Совсем тонкие. Да. Это только клеит профессионала, да, по большому счету? Нет. А. Я тебе сказала, мне просто это уже... Ровные сноски. Ровные стены. Тебе профессионал тоже не будет клеить, он скажет, выровни сначала стены под ноль, чтобы они были гладкие, а потом клеить. Понял? Ну, понятно. Только с этой позиции. Мы никак не разберемся, да? Что да, никак, надо? Не знаю. Никак, все нам надо, все нам не надо. Шафер, да, иди сюда. А что со мной? Стой, дай посмотри, гляну. Что? Я с той стороны. Гадио! Телефон тебе зачем? Размерчики посмотрите. Сейчас, сейчас посмотрю. Ты тоже так хочется? Нет? А, ну даже не с ним, да? Мне хочется повыбирать. Я поставлю. Вот мы пока не берем. Когда ты будешь в комнату брать, нет, не возьмем. Пока мы твою комнату не берем. Значит, надо на кухню сидеть. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот, смотри, Фарко, я иди сюда, пожалуйста. Я сейчас тебя брошу, где его здесь ползай сам. Вот, я вот проводил. Не, ну что ты мне тыкаешь? Ты мне вот покажи вот здесь, пожалуйста, мил. Вот ты мне покажи, понимаешь, ты мне уже стоишь полчаса и тыкаешь в эту коричневую. Я с тобой согласен. Ну там не будут таких, потому что там другие. Они другие расцветки, видишь, они. Здесь все вот именно под то, что есть. Не знаю, здесь такие. Они, видишь, цветные все пошли. Цветные, вон, которые вон там наверху. Вот пропускающий свет, у меня качество другое. Но они же не такие, как там. По-моему, она и есть. Посмотри, вот, по-моему, вот она есть. Да, подойдет. 60-ку давай и 50-ку. И 50-ку должно быть. Пошло? Да, 50-ка. Клади. Все, это мы взяли. Теперь он бежевый. Да, возьмем и пойдем, давай пройдемся, потому что уже, наверное, часов 8, наверное, уже. Сколько вечер? 8 часов почти. О, я вот. Вот эти? Да. Каким уже? Ну вот я. Да. Катается, наверное. Я отвожу, мил, прям. Уже подскажу подписчикам, я уже отвожу. Нагнул их в эту сторону. Вот 50. Ну не надо нагибать, вот 60. Ну у него 60 там. Нет, 55. Нет, именно который в этот написано. 60 еще? Вот они. 55. 55, я чувствую, там еще. А вот 60. Вот. 50 и 60. Еще 55 есть. Сейчас посмотрю. Стой, стой, стой. Яр, пошли. Яр, пошли. Все, на, все, клади давай. Пошли. Клади, поехали. Аккурат помоги ему, чтобы не поломал. Все, давай пробежимся и... Яр, пожалуйста, вот это не надо, да, пожалуйста. Стой, пошли. Вот это? Яр, это пока не надо. Это пока не надо, Яр. Пока это... Мы сюда приезжали, честно говоря, за штор. Я потому... обои так пока хочу. Да, посмотреть, что там, как... то потом... Пойдем, все. Там сразу все равно не накупишь. Просто я хотела посмотреть, здесь или нет. Чтобы с одним глазом смотреть. Да. Посмотрим. Быть. Она как камень или как под камень? Как
карманы, я вот не съел, ищу пока. Я как раз звал здесь. Да, короче, вот эти плитки ты потом выкладываешь, приклеивают, да? Очень широкий, как будто бы нет. Ой, он тяжелый. Он, ну это какая-то, как эта плитка? Нет, эта плитка это другая, это, ну, это быстрее всего напольная. Идем дальше. Пойдем дальше, может. Идем быстрее. Ну тут эти орнаменты, они дешевые. Это орнаменты. Она не дешевая, один пусть идем. Ну да, один. Это не дешевая. Это кусочек уже. Это самое легкое. Да? Кстати, вещь прикольная, это типа самоклеющийся. Понял, как ты снимаешь? Ну очень дорогая, да? 430. Да, типа самоклейки, да? Вот я снял. И приклеил. Вот это ты можешь целое это выложить на кухне, вот этот вот ряд. Как его понял, да, поменять? Фартук или как? Фартук весь поменять. Вот этот вот фартук просто меняешь, да, спокойно. Причем прикольно вещь. И даже в ванной комнате. А на сколько там? Пол квадрата, да, 50 на 50? Вот это с полиэтиленовой плиткой используйте компенсатор толщины. Сколько она? А, нет, 300. 30 сантиметров. Это мозаика. Это мозаика, под это шпаклевка. Тут вообще красота, да, вот эти сенсорные, с часами. Вообще. Я, пожалуйста. Яр, аккуратно. Чтобы не это, потом упадет, потом будет... Да, нажимаю. О, да. Прикольно. Только не знаю, надолго она, ненадолго. Вот тут хватает. Да, прикольно. Вот здесь надо. Что тут? Что ты снимешь? А это что? Ну это просто они. 95 рублей. А, штучки, да, вот надену. Сейчас дадим пить. Ты хочешь такую, что ли? Да мне сейчас пока некуда ее ставить. Просто мне понравилось еще, кстати, на самом деле, реально. Вот для досок, кстати. Вообще классные вещи такие. Ну да, мелочи. Мелочи, но они такие, которые нужны. Видишь, вот для досок. Доски просто вставишь и доски в них вставляешь. Оно не так и дорого. А это что? А это, наверное, для крышек. А, нет. Тут гораковины. Горят подставки, горят что-то. Где? Это? Ну, написано, что подставка. Нет, это не подставка, она, знаешь, что когда стираешь, когда моешь посуду, вот ты ее поставил прямо на раковине, она у тебя слилась. А еще бывает, ой, прикольно. А вот и подставка. Сейчас, сейчас сядешь, сядь на коляску, попьешь. Короче, это ты имела в виду, да? Да. Я думала, это дешевый, конечно. Но она же креативная, поэтому... Кто-то он свистнул, наверное, скорее всего, одну. Одну штуку, ну, наверное, да. Кому-то не хватило. Ну, вещь прикольная, красивая, да, такая, прикольная. Что классная вещь. Ну, для Ярослава рисовать ему, в принципе. И вот, смотри, 25 рублей. Тоже узкие, да, они? Ну, вот это все, они не настолько, я не думаю, что они не так дорого. Да. Кстати, даже вот, смотри, есть. Он-то он рисует у меня, знаешь, что я ему делаю? Я каждый раз ему режу. Не надо, возьми этот. Я ему режу, и, а ну, вот они классные делают. И вот этот набор. Ну, такой большой, мне кажется, да? Да. Все равно Мика скажет, хочу. Но мы не будем мне говорить. А, в принципе, шпатели. А вот смотри, какая еще вещь. Обалденная. Для рисования, смотри. Ну тут шпатели что-то они слишком дорогие. Нет, мы не будем здесь брать. Это дорогие, лучше в какой-нибудь другой магазин зайдем. Вообще. Это именно вещи хорошо, что узкие, у него все широкие, а здесь они именно. Я уже, знаешь, думаю. Слушай, вы там купите просто вот это, как девчонки говорили, шпаклевку разноцветную, жидкую обои покрыть. Стенки все одним разом. Да. Пошел. Нет, тут очень дорогие. Не, 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 не. Да нет, наверное, слишком. Сильно широкие не надо.
Один хватит нам? А там у нас, по-моему, еще есть, да? У нас, по-моему, широкий, да? Нет, широкого у нас нету. Нет, давай мы не будем баловаться, мы берем то, что нам надо. А такой надо? Какой? Ну, у нас, по-моему, это есть такие. Это, да, мы такие берем. Не надо, ну, что это? Это слишком широкие. Да нет, нормально, кстати. Они что, типа подешевле, видишь, они все отскалываются. Ну нормально, в принципе. Андрей, они разовые, это ты делаешь. Да, в принципе, самое милое дело. Я, ну что ты начинаешь? Не, аккуратно. Клади, Яр, клади. Клади. Грузи сюда. Грузи. Да. 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 В принципе, мы собрались, да, еще на складывай. Не сдается. Да. Ну а вот как. Молодец, молодец, да. Яра, а ты что тут делаешь? Я пошли переодеваться, у тебя сейчас, потому что нечего будет завтра штаны одевать. Да, быстренько. Так, мы уже дома все сейчас надо разбираем потихоньку. Что-то убрали, что-то нет. Сима, ты что гоняешься, как бешеный лан? Что случилось у тебя? Сима сейчас прижилась, у нас на балконе живет. Симоша, что ты нахимичила? Все перевернула. Хоп, я тебя поймала. Я тебя поймала. Как заяц себя не веди. Белка. Мы ее белкой называем с Микой. Оп. Белка. 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 Белка моя. Белка моя. Ладно, мы сейчас быстро кушать надо. Сейчас еще Андрею стричь надо, чтобы он завтра на работу. У нас сутки уходит, а я раз занятия. Потом мы придем с одних занятий и поедем с Яськой на другие занятия. Будем пробовать, там еще новые будут занятия у него. Первый раз, поэтому посмотрим, как будет. Я вас покажу тоже. А пока раздеваться и кушать. Чтобы жизнь у нас скучной не была, мы решили еще вечер наш продолжить, 10:30. Ну, пока я быстро жарю котлеты. У меня были за... Ой, извиняюсь. Угу. У меня просто они были замороженные, поэтому я сейчас их прожариваю. Единственное, что мне не нравится в замороженных котлетах, то, что когда их жаришь, вот как быть это, чтобы они вот эту пенку не давали? Скажите, если кто-то, может быть, знает. Ну, вот я стараюсь, поэтому, причем, начинаю со всех сторон. Сделала вот такие макарошки нам на ужин. Здесь у меня еще осталась картошка вареная, но я не стала ее не подогревать. Ничего, если кто-то, может быть, захочет покушать. Крышку не надо.
И просто мы уже до этого делали корж один большой. И у меня несколько дней Яра просил все тортик. У нас получалось, я его порезала порезать, а приготовить до конца никак не этот. Сгущенка у нас вообще, наверное, уже 2 месяца, наверное, стоит. Как мы... Подожди, не-не-не, ты сначала нарезай. Вот Яра вот так порезал мне банан. Сейчас мы будем выкладывать его. Украсим. И вот мы сделали сгущенка с маслом. А здесь Яра банан нарезал. И хочу, посмотрю, сейчас что-нибудь еще из ягодок сделаю. Вот так вот. Нет, яйца уже мы ничего не будем. Так что у нас такой тортик. Ну и тортик уже на завтра будет. Я сгущенку просто достала, думала, вдруг мне не хватит, но нам хватило. Сейчас просто еще хочу, у меня здесь ягодки есть, клубника. И у меня была до этого вишня, но вишня закончилась. Может быть, немножко смородины насыпем. Так, для вида, для вкуса. Ой, Яр, что-то упало, у тебя шкурка тут стекает. Жарко дома. 27 градусов, хоть окна все были открыты. Ладно, все, нам кушать, уже ужинать. Андрей завтра на сутки, а нам на занятия. Сейчас, Яр, подожди. Конечный результат потом покажу. Так, это наш уже законченный тариан тортика с Ярой. Просто торт этот крем, это был на... Как его? Все, забыла. Яр, ну целая слюна, вот там просто стекает. Такой у нас тортик. Правда, у нас получилось клубника за счет того, что она замороженная. Мы не смогли ее... Не держись, как ты руки держишь? Яр. Яра уже устала, уже начинается. Что там у тебя? Грязная рука, что ли? А? Сейчас я вытру. Вот такой тортик. Он будет у нас до завтра стоять, немножко пропитается. И завтра будем кушать. Я пока его закрываю. Закрываю. Все, мы ужинать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем спасибо, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Буду отключаться, потому что потом завтра покажу, наверное, то, что мы купили в Леруа. Ну, в принципе, вы и видели, нам вот сюда надо, потому что здесь вообще невозможно. С утра нам вешаем уже этот... Как он называется, в общем? Просто не вешаем, поэтому надо закрыть окна, бока хотя бы временно. Ну, и так думаю, мы цвет более-менее подобрали под наши обои, которые у нас здесь будут, поэтому будет нормально, мне кажется, выглядеть. И все. Всем пока-пока. У нас уже все спят. Ну, Яська засыпает. Там где спит, Ника спит. В принципе. У нас такой дождь льет. Я, правда, окно открыла. Яра там не дает себе открыть окно, потому что он стучит. Слышно, и он нервничает. А я вот так вот здесь вот получаю удовольствие. Вот такого запаха. Все-таки весна есть весна. И Симка не спит, и ты тоже не спишь. И ты не спишь, моя красавица. Мы с тобой вдвоем не спим, да? Ты тоже пришла понюхать? Она уже настолько привыкла на балконе, что уже прям аж просится. Раньше она боялась балкона, а сейчас просится. Ты моя красавица, моя кошечка. Ну все, не кусайся, не начинай бояться, Сим. Сим, больно, не делись. Так, ладно, все. Отдыхать, отдыхать, мило, отдыхать.